Всем привет! Сегодня я хочу поиграть немножко в Хардстоун, а точнее в потасовку. Ну, колоду я собрал приблизительно, не знаю, еще не запускал, поэтому первый раз сейчас запускаю. Как говорится, испробовать ее, прокатит она или нет. Ну что так долго-то? Андуин и Куда. Угу. Моя душа будет моей. Свет дарует мне победу. Так, ну что, оставим, наверное, немоту. И, наверное, вот так вот сделаем. Щупальца. Хорошо. Добро пожаловать на выставку. Так, что возьмем? Возьмем, наверное, вот этого. Не знаю, потасовка это непредсказуемо, поэтому. Оу! Вот он как. Хорошо. Так, поставим жрицу. Сколько видишь пальцев? Угу. Есть. Чем нас порадует? Ага. Так, хорошо. Так, вызываем, наверное, вот этого. Вечность говорит моим голосом. Так, хорошо, значит, что у нас здесь происходит? Что нам лучше сделать? Мы, наверное, сделаем вот так вот. Ну, что-то там призадумался. Понятно. Что мы можем здесь сделать? Здесь мы можем сделать так вот. Наложить немоту. Так, раз, два, раз, два. И вот так вот. Вот это он, конечно, сделал зря. Это он сделал зря. Так, этого мы сейчас снесем. Это однозначно. Так, и своруем еще две карты. Вот так вот. Я сущность магии. Угу.
Замечательно. Так, давай сделаем так. Ну что он? Наверное, сейчас смерть. А, нет, этот. Ну ладно. Хорошо, тогда мы его воруем. Объятия бездны, хорошо. Примем объятия бездны. Ты играешь с магией, недоступной твоему разумению. Отлично. Духи не знают устав. Это замечательно. Так, что нам сделать здесь? Здесь мы можем сделать следующее. Так. Так. И еще, наверное... Еще, наверное... Вот так вот. Да. Будет самое то. Угу. Убивай. Хорошо. То, что надо. Не боишься темноты? Все замечательно идет. Посмотрим, что он на это ответит. Угу. Пошел все-таки его бить. Так, ладно. Так, что у нас тут? Так, три. Так, 6. Так. И вот так. Угу. Хорошо. Так, ладно. Мы сделаем вот так вот. Добавим капельку ноги. Что мне делать? Хорошо, как скажешь. Ну что, нам остается только... Так. Так. Ну, давай сюда, наверное, откнем. Смотрим, что он сделает. Дальше уже будем, наверное, выставлять криптуза, да? Я изменю твой разум.
холодной тьмы. Повинуйтесь зову Белка. Кто посмел осквернить это? Сознайся в своих грехах. Что-то примерно так. Подумайте о своих прежних грехах. Ну, чем ответит? Даже так. Хорошо. Так, что мы здесь можем сделать? Здесь мы сделаем, наверное. Так. Восстановимся. Потом начнем убивать. Так вот. Восстанавливайся. Так, а у нас что идет здесь? Так, сюда, потом что у нас идет? Сюда. Потом вот так. Решил побарахтаться. Ну ладно. Побарахтайся. Тут и так вот должно получиться, в принципе. Ну, в принципе, на этом и все. Всем спасибо большое за просмотр. Хотя подождите, мы получили задание мастер заклинаний. Давайте пару игр за паладина попробуем сыграть. Сейчас я только открою комплект. Ничего хорошего. Так, что у нас там? Давайте посмотрим, что получится из этого. Паладин у меня, по-моему, на Анзоте, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, Анзот паладин. Маги.
Магия — это плохо. И карты-то заход у меня, конечно. Угу, так решил он, значит. Неожиданно. Прячьтесь по домам. Очень даже неожиданно. У него есть монетка. Но он ее не тратит. Хорошо, давайте сделаем так. Так, что же он нас за 5 маны выпускает? Хорошо. Так, он у нас решает выпускать вот этого чувачочка. Ладно. Хорошо. Так, что мы сделаем? Мы сделаем так. Так. Сюда. И вот это. То, что надо. Хочешь заключить сделку? Что приказал? Да, сделаем так. Ну там что-то переработка, это уже мало кого будет волновать. Так что, наверное, приступим. Со своей переработкой. Так. Давайте так сделаем, ребята. Что он сейчас делает, это пламя? Или в овцу превратит. Очень интересно. Угу. Даже так. И в овцу. Хорошо. Теперь давай сделаем так. Давай посмотрим, что ты сейчас сделаешь. Тоже в овцу превратишь или что? Потом надо будет еще Сильвану вызвать. Хорошо. Хорошо. Так, что тут у нас? Угу. Что он там дальше-то придумает?
Вот он что решил сделать. Ну что ж, давай приступим. Мы сделаем так. Отлично. Итак. Сокрушит в другой жизни. В другой жизни, может быть, она тебя и сокрушит. Вот так вот сделаем, да? Потом что? 5-5? Сокрушит, сокрушит. Что ты там придумал? А то я не знаю. Так, ладушки, наверное, еще один бой сделаем паладином. Как же хочется Грога, а, ребята? Уже 2 недели не употреблял. И... Горош. Горош. О, горош-то хорошо. Мой молот пылает священным огнем. Так. Снида уберем. Так, наверное, оставим. Блин, да что такое? 1/4. Надеюсь, это не пират, не на пиратах. Так, давай сюда. Мне это надо. Угу, хорошо. Что приказать? Так, это значит все-таки тоже, наверное, Анзот, потому что начал с предсмертными. Угу.
за меня. Хорошо. Пусть боль говорит за тебя. Никто не похитит наши секреты. Да. Ступил я, конечно, немножечко. Надо было... Хотя, ладно. Ну и... Так, решил. Хорошо. Давай сюда. И пропишем ему сейчас. Или казнь потратить ему придется на меня. Что-нибудь взорвать? Ух ты, даже так. Ладушки. В принципе, я не возражаю. Только не у меня дома. Так, давай, наверное, сделаем, наверное, вот так. Потратил все-таки казнь. Создатель! Панда. Даже так. Хорошо. Так, что мы делаем? Выставляем этого. Давай тратим, наверное. Вот этого выставим. В следующем ходу вставляем безумного. Хорошо. Здесь мы делаем так. Итак. О чем задумался-то, а? Будет меняется. Хорошо. Хорошо, что он меняется. Мне это надо. Это замечательно, что он поменялся. Потому что сейчас мы что делаем? Сейчас мы делаем вот так. Так. И вот так. Ну, он сейчас, наверное, разыграет потасовку стопудово. Тириона на следующий ход. Передай мне тангенциальное прощание. Даже вот так вот. Даже так он сходил. Хорошо. Отлично. Я должен сделать выбор. Так, давай сюда. Блин, мимо. Ну да и бог с ним. И сюда.
Ага, набор делает. Передай мне тангенциальный прощай. Что-то ищет, что он там ищет? Я выбираю смерть. Смерть свою он ищет. Так, ну что, давайте купим комплект один, откроем его. Реплика, эпическая карта. Угу. Ну, все, спасибо, ребят, за просмотр. Понравилось, ставьте лайки. Теперь уже до следующих игр. Пока-пока.